В этом видео я хочу рассказать вам про ультрафиолетовый стерилизатор фирмы Сансан, модель CUV-405. Данный стерилизатор это самый доступный, самый бюджетный, то есть самый дешевый вариант на рынке. Из себя он представляет просто колбу, внутри которой установлена ультрафиолетовая лампа. Соответственно, он должен работать от какой-то помпы, от фильтра, соответственно, который в комплект не входит. Давайте посмотрим, как он выглядит. Данный стерилизатор 5 Вт и рассчитан на аквариумы в среднем до 200 литров, но вот производитель указывает до 400. Но я думаю, до 200 его лучше использовать в объемах до 200. Тем более он имеет маленький размер, его можно использовать в аквариумах 50 литров. Без проблем, даже, наверное, в 30 литров можно установить. Длина самой колбы получается где-то 25 сантиметров. В общем, на низ одевается такая сеточка, куда будет засасываться вода, проходить через колбу с ультрафиолетовой лампой и выходить наружу. Как я уже сказал, нужна какая-то помпа. Теоретически его часто подсоединяют к входу внешнего фильтра, что очень удобно. То есть вместо заборной трубки внешний фильтр ставят такой стерилизатор. Также есть вот несколько уголок вот такой, может быть пригодится. Вот такая насадка, то есть увеличивает диаметр подключаемой помпы в зависимости от вашей модели помпы. Или вот такого размера. Но это нужно подбирать уже конкретно под конкретную помпу. Имеет выключатель на проводе. Лампа здесь сменная, но она меняется прямо вместе с проводом и с адаптером. Соответственно, она нестандартная. И подбирать нужно этой же фирмы, то есть фирмы Сансан. То есть вот такая ультрафиолетовая лампа. В стеклянной колбе с двух сторон резиновые заглушки. Этот стерилизатор устанавливается только внутри аквариума, только полностью погруженным в воду. В общем, такой интересный, доступный вариант для вашего аквариума.